Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 10 уроке. Мы продолжаем с вами строить лендинг на компоненте Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. Смотрим дальше, что у нас остается на главной странице. Вот этот блок я не вижу смысла вам показывать, потому что, ну, я думаю, вы уже его сделаете, потому что это аналогичный блок вот этому блоку. Просто здесь немножко повернута колонка, да? Меньшая ее часть у нас сейчас находится справа, а в этом случае слева. Также следующий блок, я думаю, что вы его сделаете без меня. Здесь то же самое, есть плагин текста обычный вставлен. Ну а сзади то, что у нас мы видим, там курица, еще что-то на тарелке. Это может быть фон прозрачный с элементами картинок. И сама картинка по ширине 1920 пикселей. Здесь тоже, в принципе, ничего сложного нет. Я думаю, что даже вы вот этот блок сделаете сами, но вот здесь я на последнем блоке более детально остановлюсь. Это у нас видеофон. Ну и потом, в следующем уроке нас ждет оформление подвала, и дооформим шапку сайта, разместим вот такие вот социальные элементы. Итак, авторизуемся у нас на сайте, опускаемся в самый низ и создаем новый контейнер. Одну колоночку. Заходим в настройки, бэкграунд, кнопочка камеры и YouTube ID. Я вставляю ID ролика, который хочу видеть на сайте. Если ролик сразу не отображается, ставим пробел и убираем пробел. Ролик работает. Дальше выставляем вот здесь галочку во всю ширину. Для мобильных устройств сделать обложку для видео, загрузить картинку большую. 1920 пикселей по ширине в пропорциях. Далее мы делаем уже похожее действие. Нам нужно примкнуть этот блок кверху. У нас по умолчанию, как всегда, идет между блоками 10 пикселей. Мы заходим в margin и убираем все на 0. От верха и от низа тоже можно убрать. Save. Также для видео, в принципе, я могу использовать полную высоту. Save. Далее. Смысл объяснять, как делаются вот эти элементы. Иконочка, текст, телефон. Я не вижу никакого смысла. Это все в аналогичных предыдущих уроках. Поэтому я сейчас ставлю на паузу и реализую это без вас. Вы это то же самое делаете самостоятельно. Итак, что получилось у меня? На мой взгляд, достаточно симпатично. Вы уже, наверное, задаетесь вопросом, что делать вот со всеми этими кнопками заказать. Никуда не ведут, я ничего не объяснил. Так вот, я вам скажу. В будущем, в очень ближайшем будущем, как только я закончу разбирать все нюансы компонента Gridbox, я вам покажу, как из этих кнопок сделать просто мега крутую форму заказа онлайн. Например, если у меня вот сейчас сайт заказа еды, то мы будем кликать, например, на кнопку «Заказать». Во всплывающей форме могут быть блюда, меню, сколько грамм прям можно будет выбрать. Такие вот опции, да? То есть всевозможные критерии, которые можно указать в форме, можно будет указать. И это все будет приходить к вам на e-mail. То есть, например, заказали, и служба доставки повезла по адресу заказ. Например, доставка еды на дом. Чтобы вот эти уроки не пропустить, просто следите за моими новостями, потому что без вот таких вот форм с этими кнопками заказать непонятно, что сделать. И, по сути, это уже лендинг и даже не лендинг, что здесь ничего сделать нельзя. Так вот, я вас сразу обрадую, вас ждут супер уроки по внедрению очень мощной, классной формы на лендинг. И не только. Или просто вывести классную форму всевозможных размеров, также без написания кода, прямо на Gridbox. Следите за моими новостями. Всего вам наилучшего и увидимся с вами в следующем уроке. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга.
Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.